рассказать, что произошло. Это не наши это. Это старые. Это не наши. Хорошо водят машину? Отлично. Отлично. Ну что ж, я рад, что вы все-таки довольны, не теряете, так сказать, присутствие духа. Повреждения сильные? Вот из-за собачки. Нет. Из-за собачки, да? Понятно. Бывает, что ж. Ну, собака друг человека, да? Все, понятно. Спасибо. Ну, бывает. Что ж. Все, спасибо вам. Уже вызвали. Вызвали госавтоинспекцию? Ну, кто виноват, можно спросить, как вы считаете? Собака виноват, собака. Кто виноват? Собака. Кто виноват? Собака виновата. Ясно. Ладно. Чемпион. Что можно сказать про собаку? Собака просто не, ну, была бы дворняга. Она дворняга вообще? Дворняга, кстати. Дворняга, да? Значит, короче, ну вот, глупая дворняга реально. Ну, сюда отстала, получается. Понятно. Нормальные дворняги, они знают, как ходить, куда ехать, на метро даже.